Вот мы это все очень скоро проверим. В Омске ожидается резкое потепление. На этой неделе столбик термометра поднимется до минус 1 градуса. По данным Обертышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в область придут теплый и влажный воздух из Атлантики. Днем он прогреется до минус 4 градусов. Ночью столбик термометра опустится до минус 7, минус 12 градусов. Будет облачно и возможен снег. Такая погода сохранится до конца недели. Правда, в этом году температурный рекорд побит не будет. Плюс 3 градуса, а это абсолютный максимум, пришлись на 20 февраля 1958 года.